Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас лютая заруба против игроков Кыргызстана. Сегодня я буду играть с подписчиками против неплохого стака. Ребятам, респект за то, что залетели. Очень интересные игры ждут нас впереди. И погнали смотреть. Бот. Ру 2. Хоп, 5x5. XL, го-го. Заруба. КГ. Пацаны серьезные зашли. Пацаны серьезные. Команда, пацаны, играем против команды с подписчиками. Нифига, сейчас как, отсосем за 15 минут. Классика. Damn, bro. Погнали. Не забывайте указывать соцсети, ребята. Ты на ком? На ком? На мощном. Голден! Спасибо, бро. Спасибо от души, брат. От души. Я так смотрю, чисто по чуть, по билетику берут пацаны, чтоб там. Инвокер, сикер. Так, Варклорд просил ЕСа. Да? Гоги Антон. На next ЕСа сделаем. Пацаны там улыбаются. Законтрят. Не мешай. Ханли. А это мог бы чей-то слот, ахахах. Да, Ханли, мог бы, но на самом деле не мог бы. Так, пацаны не знают, что брать. Момников бан кинули. Центр. Легу тут даже. Давай, выйдем. Ага, найс. Руны я тут не увижу. Отстанет меня, да? 4 топ. Так, ну в этом скара будет тяжеловато стоять. Постараюсь сразу сапог взять. Тяжеловато мид будет. Будем просто отводами страдать. У меня лагает, как обычно. Еще кидай. У него сапог, что ли? Если я думал, у него сапог. Сапог. Он так быстро побежал, что я аж уписюся. То есть у меня лагает. Ладно. Не лагай, дядя, пожалуйста. Это я в Дубаях. Сегодня отдыхаях. На хаях. О, пацаны, фит пошел, да? Молодцом, парни. Лучшие. Лучшие фидеры в моей тиме. И моментатор другую привезу. Да вы вряд ли тут проиграете. У меня ребята боты. Они по сути играют по рофлу, не знаю. Ну может с ботами выиграем. Жесть, конечно. Я поэтому не люблю на такие мероприятия. Вот парень, он и в прошлой игре АФК стоял. Зайдите, пересмотрите. Он стоял, его разор несколько раз убивал. Просто вот так стоит АФК, я не знаю. Я его не хочу на next брать. Если он так будет делать, нахрен он нужен в игре. То есть тут как бы пацаны зашли, да, у них азарт, они хотят выиграть. В чем проблема? Я не пришел. Если еще так будет делать... Я кикну его на next. Я все на сегодня опять и нетлёг. Я понял, Дмитрий, окей.
Окей. Как скажешь. Я не знаю, что с Ускаром делать. Что, мне как его прокастом душить? Прокастом душить. Не, ну это типа, ну не серьезно. Зачем ты заходишь туда? Он в прошлой игре тоже, типа, ну... По факту, он в прошлой игре так же делал. Так же делал. Хз, зачем так делать? ЗБ, не отжимайте. Профильный инстаграм и подчеркиванием подчеркивание Затамов. Окей, хорошо, брат, спасибо. Как скажешь, дядь. Хорошо. А можно заденаить, плиз? Я даже заденаить не могу. Хорошо, я тебя услышал, дядь. Музыка играет, официанты тёльки. Лакер. Мне, как обычно, с мидом везет. Он на лоу хп стоит, типа, я могу убить его, да? Но мне нужен вот этот чел. Подкрепление лазером. Куру забрали. Идем, сейчас бы ботл полетел уже. Работал. Че, нет, там сапог есть, да? Есть сапог уже. Давай. Да дайте мне чуть-чуть буста, я начну их делать. Соло, да. У меня два крипа в миду. Не подойти, не пернуть. Через 3 недели потеряю статус молодого человека. Почему? Что, извращенец, что ли? Удаешь. Не знаю, Ганга Джаггер это, конечно, такое себе занятие. Сало.
Хорошо. Фиссурой по голове. Вот тут трипла, не знаю, зачем я сюда пришел. Надо мита сождать мне просто и все. Не мешай. Лови бодряк для буста. Давай попробуем. Да тут, не знаю, тяжелая будет игра. Я типа стою в эстуска. На миду его тяжело перебивать. Очень тяжело. Это хускар. У него резисты есть, все есть. На топ нет смысла идти, там трипла стоит. Внизу харда, они играют как этот, по стандарту. Ну, кнопки жми. Хочу сменить пол, подскажи, что делать? Перестань дрочить. Я вот меня собрался. Пол это лава, что ли? Так, ну ребята помогают с мидом и уже лучше намного. Дага full free, все мелочи. Про возраст? Сало, бро. Варклорд, можно, но не сейчас, конкретно, не в данный момент. Не в данный момент. Спасибо за трек. Сейчас сделаем вид, что я дурачок. Ты можешь чаржануть меня, дядь. Смело. Просто лотов, честно, нет. Вчера выбил слот и мод. Блин, вот ты даешь. Не, ну просто те пацаны зашли, да? Командой. Хотят поиграть на стриме. Они задонатили, бро. Ну, как бы по-честному будет. Если я выделю все. Как обязан. Законопослушный гражданин, правильно? Собрался. Хорош. Подойди, да. Лол. Почему он от меня убегал на кунке? В итоге я его кинул. В чем проблема? На кунке чел, почему от меня начал уходить? Возьми, да, подойди. Я ему еще маны запулил. Он еще сейчас сдохнет, если это вообще кринж будет. Надолго? Бо 3. Я сейчас вообще не выкупил, что кунка делает. В итоге я его кинул. Хотя должен был кинуть по-другому. Да давай резче, да резайся. Канайкс там фармит, выйди, да, за душем. Ну, дуэли нету.
Да вот, пацана, прими, да? Алло, развернись! Чё ты как бот за ним бежишь? О боже, ну ты чё, серьезно? Я ору просто. Я ору. Пуск идет. Чё с этим, с пацаном? Гоу-гоу-гоу, вот это. Хорошо. РПХ. Ой, хорош. Ну, Хуск, по идее, ГГ. Ну, чё ты перестал пилить его, дядь? Зря. Хорош. 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 Да, герда, чуть-чуть, да. Зор, зор. Пойдет. На карте Ксин, молнии, фисты актуально. Говно, Ксин, не пикайте его даже, он мусор тотальный. Его убили просто, этого героя. Его убили просто, этого персонажа, дядь. Попилишь немножко? Да дагера, чуть-чуть осталось. А чё Лига дуэльку не дает? Где дуэль на Легионе? Я кинул тебя, я думал, Лего дуэльку даст, как бы, извини, дядь. Я что могу сделать, если Лего просто банально кнопку не жмет, брат? Прости, пожалуйста, что я тебя кинул. Сорян. Давай, привет, ковбой. Все ждут от тебя только победы. Спасибо, бро. От души. Лего чуть резче кнопки будет жать? Касты давать не умею. Чего? Издеваешься, что ли? Спасибо. Не, ну реально, я там рассчитывал, вот что вот тут здесь Кунка отошел от меня, да? Я думал его откинуть наоборот. Парень на руфле. Что они там толпой играют, да? Сейчас лотар сделаю, начнется весело. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up a lot. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you пятером стоят по кайфу. Я Магнуса не видел. Ну ладно, они в пятером будут играть, походу. Трики отдал. Спасибо, бро. Значит, на всякий случай, вот мой номер. Правильно, брат? Спасибо большое.
Перетоп, зажигай и пили. Дай ему двойку, бро. Души его, дядя. Давай, в темпе, плиз. Еще на X есть, надо не забывать. У нас по пику все намного лучше, на самом деле, если так задуматься. Главное, чтобы на X. Нормально отфармил. Спасибо, ребят, кто билеты берет от души. Спасибо всем, кто на стриме. Вот там of the river. Дно реки. Это плохо. Не надо, дядя! Пойдет. Он как раз центряк поставил, я не успел прокаст дать. О, начинается. Ну ладно, без кунки остаемся. А когда розыгрыш? Он уже идет. Почему меня кикнул? Не знаю, я тебя не кикал. Ладно, кикаем. Спасибо, бро. Найс, от души. Спасибо, Саша. Ну, может он залагал просто? Ты тут? Давай не подводи, да? Нормальную игру делаем вроде. Красочную пацанам игру дадим. Ком сегодня кто-то выиграет. Ком выиграет тогда, когда я видос выкачу. Кто-то. Не мешай. Азик, такое по душе. Я в тачке от нее начинаю в эйфорию уходить. Тима Грен заходил, кикнул. Ну, я не помню. Но помню, что кикал, но... Значит, на то были причины, нужно было слоты. Ладно, спасибо, Саша, за игру. От души. Без тебя мы точно тут лузанем. От души, братан. Красава, брат. Доброй ночи. Yeah.
Дай жить. Хорошо. Тики есть еще. Без кого мы сейчас дрались? А, Легион улетел просто. Доброй ночи, брат. У нас Лего есть, в принципе. Если Лего будет все делать правильно, будет хорошо. Спасибо, Голден, за билет, бро. Элина, мы все тебя любим. И все. У нас проблема. Проблема называется минус один игрок. Ладно, я шматки продам. Сейчас каждый играет с МХ, брат, нет. Я тебе сказал, что играет каждый с МХ. Где ты видел МХ, дядя? Я надеюсь, я все правильно сделал. Хорошего стрима и удачи во всех начинаниях. Спасибо, брат, я спасибо. Я сегодня выпиваю, а завтра на работу. О, бро. Работаешь, работаешь, а денег ек. Ёк, так у всех, бро. Все так работают, бро, работают, а деньги тяжело даются. Бро, не факт, что слот будет, я в Steam играю. Так что, сорян. Может быть, не будет слот. Спасибо, брат. Спасибо, брат, за донейт. Честно, тут просто немножко не получается. Юл вообще не в тему. О, после Юла найс аваланч, дядя. Его рукой добрый еще. Ну, соло меня. Окей. Душим. Гоу. Не должны забрать. Ускара убить не можем. Спасибо, Саша, за игру. Благодаря тебе, Лузаем. Спасал, брат. Пятого игрока просто нету. Где пятого игрока взять? Ускара пробить не можем. Сейчас бы корабль туда залетел, мы бы выиграли драку. Нафиг вы его убираете? Спасибо, бро.
Что Найкс, что Лего, пацаны, соберитесь. А, не успел вернуть. Не прыгайте туда. Да, ты прыгаешь. В Аегу прыгаешь, зачем? Сейчас РП будет. Я специально не подхожу, потому что будет РП. Хорошо дефнули, да? Там эскейпа, ой, эскейпа зацепа очень много. Стараемся как-то посплитить. СМС раскатим. Чуть. Я не буду писать, бро. Я в играх не пишу. Магнуса бы забрать. Они сейчас все сюда придут, по идее. Магнус там РПФу в пол дал. Они сюда идут. Вылази. Ну-ну-ну, живи. Жесть, я не выжил ничего. Норм, ребят, для кого? Кого я соберу? Пятый слот, ливер. Официально заявляю. Чат не пишет, не пишу. Зачем, для чего писать? Что вот это, зачем? Да они быстрее спушат здесь. У нас проблема, у нас нет одного игрока, мы не можем более активно играть, они слаженно играют. Не залазь в меня. Просто там еще Магнус сбивает. Вот бы как можно было делать, да? Ну, цеплять. Билеты по 500, да, билеты по 500. F1 не работает, прикинь, сколько раз нажимал. Багается.
Payback is. Travel Муншар, да там зацепа куча, братан. Как-то пытаться, да, двигаться так. Такой именно темой. Плитом. О, нужно грамотно делать. Под БКБ. По-другому никак не получится. Next Кирасу сделать. F. Спасибо, бро, за трек. Играть когда будем? Я не знаю, но я могу слот на Next дать, кто более адекватный по игре. Потому что ребята хорошо играют, слаженно, но я могу переигрывать, но мне люди нужны. Я могу их чуть переиграть. Куда прыгнул на Найксе, чел? Куда? Ребят, ну я просто байчу. Зор, кунки выиграли бы просто. Просто соло играю, хоть бы кто с кункой помог на расконтр, я хз. Ужастик просто какой-то. Сусник один играет, ребята, остальные на расслабоне. Билеты на розыгрыш. Есть. У меня нет ничего. Идите. Хорош, развел на кнопку хотя бы. Хотя бы на кнопку раз этого. Байбек надо держать, да? Пайп, гейм, жесть-то. А это вряд ли сейчас задеф.
Хорошо. Найкс, как обычно, в своем репертуаре. Лего тоже пошел фидить. Ну что Найкс, что Лего, ну тут скиллом не вытягивают пацаны. К сожалению. ГГ. Пацаны по скиллу не тянут. Не тянут по скиллу, пацаны. Я кунку туда подвел, какой засранец. Жесть. Кунку кто-то заруинил только что. Ксусник молодец, вдвоем играем просто. 2 на 5 играем против команды. Пацаны молодцы, но... Если будут равные команды, у нас они не выиграют. Отойти, отойти, отойти. О, ГГ. Ну, ГГ, я тут точно уже все. Просто 2x5. Что ты делаешь на Найксе? Есть. Феникс молодец. Один сыграл он тут. Найс. На! Красава, брат, лучший. 40 секунд, но вряд ли успеем. Лего вообще ничего полезного за игру не сделал. Очень обидно. Да уйди под колодец, дядь. Пожалуйста. В чем твоя проблема? 20 секунд подефайтесь. Эх, жалко, не протаймил. Не мешай, бро. Эдуард. Ой, меня сейчас толпой разнесут. Ладно, деремся. Ладно, не деремся, ухожу, есть возможность. Да дай выйти, блин, отсюда. Можно как-то, не знать, трон там подефить. Вся толпа побежала на трон. Ой, вовремя залагал. А ну не лагай, ну алло! Я могу это выиграть, они не так сильно играют, ну реально. Как же залагало вовремя. Реально могу выиграть это. Где этот Найкс? Тиммейты, что лаги вообще жизнь. Стандарт.
Ну реально, что команда, что лаги, жесть. Я бы сейчас тут не сдох. Ускара бы сразу забрали бы и пошли бы кушать. Найс, чё, спасибо. А так изикатка, реально. Ну, бесит, но реально, проигрывать из-за лагов. У тебя рейдж есть, нажми рейдж, ты чё? Омлет. Они друг друга так сейвят хорошо, молодцы. Не подходил к нему близко, потому что он РПхнет. Ну, в толпу не становитесь. Бро, нету слотов, там уже столько слотов она забирали на Next. Реально слотов нету. Спасибо большое, но не факт, что слоты будут, брат. Прости, пожалуйста. Это уже загул. Забираешь один фраг, отходишь. Я курс слил, эйж. Давай, давай, дерись. Это Найкс, это потеря просто.
ультани, брат. Хорош. Давай, давай, давай. Магнуса нету, кайфуем. Соло просто. 2x5. Сюда? Вопросы. Вопросы. Опять они пикают Каолина. Каолина берут. Каолина берут. Я бы на Ксине затушил их, но Ксин здесь помойка тотальная. Его убили просто. Пентиум 1 за 5000 рублей. Прикинь, 500 тратишь, за 5000 рублей пентиум даю. Амен. Хорошо, я сейчас подстроюсь, что-нибудь контрпикну. Что-нибудь контрпикну. Пробовал сразу два трона в один миг уничтожить. Нет, бро, не пробовал. Доброй ночи, спасибо. Блин, Зевс это плохо. Зевс это плохо. Выложи мой видос распаковки футболки в ТГ. Думаю, зайдет. Соло хейл. Да я не стал выкладывать, бро, надо скачивать. Честно, не до этого сейчас. У меня столько дел. Ребенок. Сегодня по врачам бегали в городе, в аптеке бегали. Потом я видео писал. Жесть, бро, там столько у меня многозадачности этих. Это жопа просто. Так, у них пик, в принципе, такой, понятный. Чем можно их перекрыть? Слардар. Так, у нас есть спека, да? Спека есть. Agreed. Чебурашка, привет. Да что ты взял, что я чебурашка, дядь? Я не чебурашка, брат. Ну, спасибо. Не, сикера не хочу. Там под амплификацию умирать. Войда взяли, вот войд перекрывает. Сам ты чебурашка, ну спасибо. Почему чебурашка? Сейчас на Ексе потушим. Может быть. Если меня не загангают. Не знаю, брать что пока. Стик возьму. Зевс будет, наверное. Некро сжираем, Войда не сжираем. Слардара сжираем, Зевса сжираем. Ребенка, да ребенка просто. Прививочки надо делать. Маленький ребенка, видишь, и ребенка надо... чинить по чуть, да? Лепить из него челубека. Понимаешь, в этом смысл. Так, все хорошо, сегодня прививочку сделали. Бедолашки. Слардар 4. Хорошо. Спасибо большое за поддержку, но чебурашка сам ты. Сам ты чебурген. Спека норм. Карту не закрыл ребенка, да, закроем, пацаны. Мало ли, не подсказывали ему. Что делает Муншард? Скорость атаки дает. Не, кур. Не, ну... я хз. Пуш проруинился сейчас момент максимально. Этот почему-то парень на огре тоже фигню какую-то сделал, я не вкурил. Что за фигня? Мы могли забрать спокойно.
Спокойно могли забрать. Получается, I'm not man. Пацаны, соберитесь, да? Там батлышка. Это плохо. Надо на себя отпушить. Пошел вардик ткнул. Скорость атаки дает муншарда, вижен дает ночью. Побольше чуть. Мне надо перетерпеть тут немножко. Хорошо. И я его забираю. Вижу мид, но не вижу 12 танга. Почему? Потому что я не на изи лайне стою. А на миду. Сейчас он толкнет лайн. Он пропушит. Там триплой пацаны бегают. Хорошо. Лайн толкает, красава. Нельзя только карты РФ. Но капсы, возможно, да, проблемно сейчас купить. Так, ну, пуш пошел. Я не тебе. Я не так тебе. Зовут моего, брата. Чебурашка. Чебурашка, твоего брата зовут. Ну я ему тоже привет тогда передаю. Спасибо, брат, за поддержку. От души тебе. Очень много закинул, рили. Благодарю, конечно, но не стоило. Спасибо, брат. Спасибо большое. Как участвовать в розыгрыше? Покупаешь билет и имеешь место в розыгрыше, дядь. Ничего сложного. Хорошо, фазы имеются. Купили мы фазы. Просто у нас двер перевести можно. Так вот почему интересуют парни. Дашь слот next? Да, если эту катку выигрываем, то слот next даю, дядь. Выдаю next слот, если это выигрываем. Купили мы фазы. Фазы купили. Купили мы фазы. Хорошо. Зевса засолили. В баночку положили. Предлагаю самый лучший дотер для меня. Обожаю стримеров, ты достойный. Спасибо, брат. Ну, стараемся. Не всегда получается, конечно. Спору нет, но я стараюсь. Сможет помочь, переживет сумму на карту, обеспечит капсами. Да, желательно на карту, потому что я плачу с донейшена 10%, а с карты хотя бы 4%. И уже немного легче становится. Так что, такое дело, бро. Вот эти скелеты вообще не в тему, дядь. Пуш там руинит, да? Точки на карте, чтоб не стрим снайпили, мало ли, я откуда знаю. Может, кто-то им там подсказывать будет, где вардик стоит, да? Я за честные битвы. Купили мы фазы. Добрый вечер. Сегодня закроем великий сбор. Все зависит от вас.
14 тысяч. Да вряд ли, нет, 14 много, ты чё? Завтра добьем, послезавтра. Какой сегодня? Сегодня, завтра, хз. Завтра, сегодня точно нет. Я, короче, наверное, full фарм, да? Блин, я сейчас могу сдохнуть. Сейчас пойдем, короче, прыгнем в миду. Крипа. Да там на full free, некр, но некр я сожру. Хорошо. Хорошо. А, жесть. Пацаны не справляются там. Здесь седьмой. Ребята не вывозят там трипло совсем. Дай, ну хук есть. Только не, не говори, что ты сфидишь сейчас. Ой, ладно. Блин, я сам Зевса изи убиваю, пуш пришел, думаю, ну сейчас хуканет, на себя перетянет, нормально будет. Он бежит до Талова, не хочет хукать. Все, не надо. Не ходи, мид. Свои лайны выигрывайте. Пусть пацаны свои лайны выигрывают. Мне так не надо помощь такую. Я сам лучше намного отстаю. Если вы не можете кнопки нажимать, ребята, то это, к сожалению, печалька. Армлет бы сейчас, да, добил бы? Соло начну всю карту убивать. Тяжело без... Без топора. Далековато же есть. Ладно, фарманули. Вот это ненавижу, да, вот эти калины, фу. Соло фраг, да, убежал. Три мид. Ты же сам не дал хукать. Я отошел, можно было там уже хукануть. Не суть. Пусть не триггерит тогда. Я сам могу хорошо стоять. Я уверен, на мид стою. Там Зевс разочек даже сфидил, но дальше я сфидил уже. Сейчас ТПшечку. И поехала. Хорошо. Варды себе поставьте, да. Не мешай, Секинг Эдуардович. Спасибо. Же там внизу, что за суета? Спайдермен тема. Нифига себе, ты чё? На классику потянул? Легендари фильм на самом деле.
Не успел в крипа залезть. Но самому придется вардить. Команда опять удивляет. Да он его вытянет. Жалко, что мне мид сломали. Ой, хорош, засолил его. Жесть, как я долго резаюсь. Поздно очень отошел. Да причем тут поздно? Я вообще собирался Зевса убивать. Я бы его убил. О! Стоял бы вард, я изначально видел бы. Куджа толку ноль, не знаю, он по рохлу взял его. Хеллбрингер, какой раз уже руинит? Видосик зайдет, заруинит. Каточку зайдет, заруинит. Братан, ну вообще что-то чалишь. Раньше лучше играл. Бей-бей-бей, дядь. Калин этот с ДПС. Ладно, я сам выключу. Тихтра без тройки играет. Три на раз. Блин, они очень хорошо сыграно оппоненты играют. Они вот, обратите внимание, как они втроем, вчетвером давят, да, постоянно. Мне вот этого не хватает, чтобы перебивать. Просто не хватает команды. Варды, да сам купи. Что надо, сам сделай, да? Зевса в миду выиграл. Начинается командная игра. Меня начинают убивать толпой именно. Они перефармят, они это выиграют. Моя команда это не понимает, что ли? На меня играйте всегда. Я вам игру выиграю. Играйте на меня. Даже на спектру не играйте. А на даггера мне пропадает. Тройку не берет. Почему тройку не берет, я не понимаю. Просто на меня играйте и все. Соберитесь. Там не, их не тяжело, этих игроков, выигрывать. Реально не тяжело. Просто если они сейчас перефармят, от меня толку в этой катке не будет. Держите в курсе. Слардар меня за стан буду с Каолином убивать. О, двигаться. О, убиваем. Надо двигаться, парни. Давай, 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 да? Этот пуджа, да, какой смысл? Братан, зачем пуджа берешь такой катки? О-о-о, пошло, да? Хорош. Хорошо. Дальше на стриме, да, жесть, как не нравятся вот эти моменты, да, в пятером команде нафиг. Ну, это понятно. Ну, в принципе, стандартный кат с подписчиками, но... Там, видишь, Войд еще. Я Войда боюсь. Я никого не боюсь в этой игре, кроме Войда. Кроме Войда никого не боюсь. Войд действительно проблема. Он с Огром сейчас хорошо отыграли. Молодец. Если команда сейчас будет делать вещи вместе... Но он его... Притянет. Б. 4 уже. Надо уходить. Надо уходить. Пудж без маны. Слардар вон там бегает. И сюда. Их два. К
Перебежит сюда в левую сторону. Он некор. Это плохо. Это получше. Хорошо. На эффекте неожиданности опять-таки с ксусником вдвоем. Молодец он. Что вдвоем тушим. Молодцом. Так, левел я проапал, это радует. Ребята, дальше пошли, да? Я туда не пойду. Ты. Умнички. Эх, не добил рак. Там внизу ломает Void. Void страшная вещь. Ну за станы, за хуки, я думаю, сможем перебить его, да? Красава. Тут я вряд ли помню. Хук. Жесть. Пойдет. Я Б. Зря бы я бэкнулся, брат. Нет ХП. Да, в радик выйду. Я сейчас радик сделаю, они очень сильно потеть будут. Радиант 100 мета. Очень сильно запотеют, пацаны. Очень сильно запотеют. Тем более такая минута. Чуть до радика. Меня почему-то ванды не кидали сейчас на некро. Чему не знаю. Но да не суть. Да, можно будет в энша залезть и кошмарить. Опытом давить будем. Если они играют тимплеем, мы будем давить опытом. Магнусов там нету. Там единственное, что пробивает, это рипер и купол, и все. Купол офигенный сейчас был. Я думал, мне ГГ, но некор в купол тоже прыгнул. Я бы еще там, скорее всего, умер бы. Идет. Отлично, тэшку. Вот и вы говорите, деранги играю, да? Ну, пацаны как хреначат. Молодцы. Очень хорошо играют оппоненты. Где эти челы, которые пишут, что играем с дерангами и с дерангами проигрываю? Пацаны, вон, очень собранно играют команда. Мы вон с подписчиками как играем, да? То есть потом говорят пацаны, что там лохи, с лохами играешь, тому подобное. Жесть просто. Ребята как бахают. И как видите, подписчики дают какой-то отпор, согласитесь. Видно, да? Что оппонентам немного тоже напряжно. Тоже напряжно, пацанам. А
У меня новый монитор пошел в жопу, почему, но как будто сама жизнь не позволяет мне в кайф играть в доту. Возможно, это временная сложность, и не переживай так сильно. Это плохо. Возможно, это, брат, временная сложность. Лембради фазы. Купили мы фазы. Лембради бишус. Прикинь, если бы попал сейчас хуком. Это же было бы жестко. Войдага. Next dagger. Жесть, там каталажка с таким звуком сдохла. Слышали? Next dagger. Оппоненты на топ перетягиваться начали. Калин очень сильно сейвит. Не люблю этого героя тем, что он очень сильно сейвит. Сейчас пойдем в вражеский лес. Вернее, свой. Надо даггер. Дальше башер. Зевс Юл, даггер. Хорош. Обходят. Хорошо. Отлично. Дальше, 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 дальше. Не ссыте, чуваки. Мы сильнее, чем они. Чего вы боитесь? Вообще ничего не бойтесь. У вас Найк с Радиенсом на 20. Все, ломаем. Стаком, да, можно сыграть. Я сейчас диффуз сделаю после этого арта, скорее всего. Жесть, как долго. Скорее всего, либо в левой сюда сторону ушел. Да, левый ТП. Окей. Жалко, конечно. Спектра БМ-ку бы. Хорошо. Что нового через 407-м? Пофиксили все старые баги дерьмовые. Там есть Еула, зачем мне молчанка, дядь? Да уж лучше Хекс. Но башер или диффуз надо тут, чтобы снимать кнопки. Тот же Еул. Калина Сала. Там с вардами дерутся, да? Лучше башер, конечно. По-любому чел на некре не один здесь. Да ладно, я еще рейдж не жал. Ору. Надо было рейдж сжать и убивать его нахрен. Их обида, да? Надо было рейдж сжать. Я и так его думал, забираю. Ой, забрал Рошана. Тогда я башер добиваю. Сейчас только что свой башер отпустил я. Жалко очень. Но не доигровка. Лютая недоигровка причем.
Скади на Найкса? Серьезно? Бро, ты чё? Где ты видел Найксов со Скади? Тогда уж лучше Линк, потому что там некор. Один Рипер и до свидания. Нету Найкса в катке. О, жесть. Надо убегать, некор ТП дает. Ран, бич, ран. Хорошо. Отлично. Отлично. Найс. БКБ войд там. Жесть, гоу. А Его выбить надо хотя бы. Олегом основном. ТП сломай, диф... Нет. И чё? Так, это не работает. У них секретное оружие это Void, который просто фармит. Фармьюит. Купали толпой будем стоять. Хорош. Давай надо Аегу забрать, брат. Хорош. Я пока прочекаю, никого нету, подсейва нету у него. Эх, Юл хороший. Хорош. Некро туда. Б. Войд вайбэкнулся. Вайбэкнулся на Войде. Ай, GG, я тоже умер. Я конченый, мог уйти спокойно. Спека без ульты. Печалька. Как можно участвовать в розыгрыше, откуда покупать? Внизу стрима есть вторая ссылка на донейшн, ребята. Туда переходите, закидывайте 500, указывайте свои соцсети. Желательно ТГ или там ВК, где мы можем... В случае вашей победы созвониться и все обговорить. Там все есть, ребята. Не забывайте, что сейчас идет розыгрыш. Розыгрыш ПК за 100к и 10 футболок. Если наберется много людей, я еще разыграю много всяких призов. Уйди. Да, на спектре парнишка немножко потерян, тяжело. Вот тут я сейчас сам виноват, что не ушел. Мог уйти спокойно. Не знаю, кнопки не жмутся ни хрена. Очень плохо сыграл. Войд может потащить эту игру у них. По драку. Калина бы первым слить. Было бы офигенно. Калина, если сливаем, катка наша. Глиммер. Хорошо, даст исходу. Вместо телепорта даже. Некор на топе. Ну хукани, дядь. Красава. Умничка. О, жесть. У меня тут ничего не спасет, я в куполе. Но купол может выиграть просто игру, я ж сразу сказал. Купол может выиграть игру. Жесть. Какой рост? 1.76. Если Войда убиваем, хорошо. Не убиваем, ГГ, вот такое дерьмо будет. Спектра ни о чем.
Не знаю, он столько фармит. Нужно как-то тебе лучше отыгрывать эти моменты, дядь. Если ты будешь поддерживать мою керри роль, мы выиграем. Ничего сложного. Вон, пуш какие хуки кидает, брат. Вон что делает. Топ пит. Зачем ты это делаешь? Давай, 9. Слардару даги разбили. Да не жир, не в жире мне тут дело. Мне спектра нужна, дядь. Если спектра будет играть, мы выиграем эту игру. Нужна спектра в этой катке. Если я буду в куполе умирать, от меня толку нету. Надо драться. Чем драться качественно? Топ все. Я могу сплитовать, в принципе. Войд, молния. Я хз, я сейчас опять прыгну, да, Войда, опять купол будет. Это луз будет, драка опять. Было бы круто. Да не, это луз. 100%. Я только слышу, как мои тараканы сыпятся. Только слышу, как сыпется. Спектра нужна. Валейкум ассалам. Ладно, го пробовать другую стратегию. Самый неприятный герой, кроме Барыча. Да не, карт неприятный тоже. Рипера дает, что делать, дядь? Это Рошан. Эй, хреновый крип. Ладно, попробуем. Спасибо, бро. От души за принятие участия. От души, брат. Иллюзия. Спасибо, бро. После купола прыгни. Да, в том-то и дело, что я один пятерых не потяну, понимаешь, если после купола. После купола. После купола надо. Почему 1, 2 и 3, а уль 6? Ну, 6 левел, типа. Игра слов какая, понимаешь? Чест, дай чест. Так, я грамотно тут обойду. По идее, меня не запалят. Хорошо. 1. А перетянутся, пацаны. За укус, мне кажется, сольем его. А дальше что делать, я хз.
Серьезно. Хорошо. Выхукай, выхукай! Молодец! Надо сливать. Сливаю. А жесть, сколько отражает! Посмотри, да? Отойду. Ух. Молнии не хватает. Голден от души, брат. Спасибо, бро, за принятие участия снова. Нас не сломают, пусть сломают. Пусть сломают, другого варианта нету. Вард вот здесь стоит. Ну, я один играю, блин. Тяжело пока. Но низ не этот. Низ не приговор. Низ это не приговор. Как думаешь, кроме выиграет фулл спектра или Абадон? Кроме чего? Кто выиграет? Я не знаю. Давайте, наверное, Радик скинем уже. Абиссал. Закинем и Дасты возьмем. И надо еще один слотик, парни. Спасибо, ребят, кто на стриме от души. Играем против команды, пацаны. Команда. Опасная команда там. Пацаны, хорошо играют. Пока помощи никак у нас. Хилбрингер руинит. На пудже. Войт линку сделал. От ХГ. Нет, не хекс. Да дэмэджа нету. Тут надо такой дэмэдж, чтобы прыгнул. Тык-тык-тык-тык. Войда слил. Все. Откайтил. Тык-тык-тык-тык. Слил. Тут такое надо делать, потому что у нас спектра должна в игру включаться. У нее слоты на месте 40 минут стоят. Че некор собрал, мне интересно. Я могу подбайтить, развести на еще один купол постараться. Кто там, кто там? Некор. Хорошо. Кого, кого? Туда же его. Даст и дал. Но пройди наперед, чтобы он не улетел. А, не хватает скилла, брат. Не хватает. Чуть-чуть не хватает скилла. Немножко не понимают, пацаны. Так, глифа нету, минус мид, да? Уф. Есть. Купи Буризу. Не-не-не. Там в центре у Каолина есть. Тарит. Купил Буризу. Добрый вечер. Что изменилось в 4.7? Пофиксили все баги, которые были, дядь. Вот и все. Стой, да. Это плохо. Меня только, дядь, не отдай, только и все. Хорошую драку бы сейчас сделали, но... Это пошло не так. Каолин вытаскивает. Очень жестко сейвит. У меня вот тут КД 40 секунд, баш дополнительный. Лордар такой, ну, пытается, да, цеплять, но я переигрываю. Уже, не, уже какой раз. Но бывал, ловил, да, безусловно. Ризрак у ГГ, да?
Войт, я не буду прыгать. Рипер фул хп, дядя, за что ты меня так не любишь? Хорошо. Ну нет, нет, прикинь. Нет. ГГ, я сдох. Изи. Опять на своих плечах всю игру. Запарило уже. Кен, вечер добрый. Добрый. Очень рад тебя видеть. Как здоровье? Давно тебя тут не навещал. Не мог был в СИЗО. Прикинь, хотели закрыть за то, что не делал. Вышел оправданным. Приятного стрима и всем сальто. От души, брат. Команда там. Хорошо сыграно. Но не ви... Но видно, что это не их уровень, не подписчиков уровень. Я могу на этом уровне плеить. Можно переигрывать, но тут уже ГГ. Приветствую, нормально. Слоты не знаю. Ну, по бот Римы играем. Еще одна игра будет. Надо опять все в свои руки брать на какой-то имбе, не знаю, Сларк или я не знаю что. Вот что мне, на чем тут играть, если я на Найксе даже выиграть не могу. Типа хз. Пайп, да тут не в пайпе даже дело уже. О, Каолин камень купил. Да, вот, вот Хелбрингер, он, типа, ну, он не сильно играет, типа, он еще пуджа по рофлу взял, естественно, мы будем лузать. Если бы я пикал по рофлу, мы бы уже давно все проиграли. Вряд ли. Лот есть, я не знаю, ребят. Если мы сейчас проиграем, это бот 3 будет. Я Хелбрингера поменяю. Он не нужен здесь в этой игре. Он не тянет. Стан есть, брат? Хорош. Дальше ловим, да? И куда ты его повез? Хотя бы Т2. Рошу. Гоу. Ботл лежит просто. Хорош. На меня на рипера еще, да? Да твою же налево! Как же ж они переиграли сейчас? Ой, на это мог бы быть камбэк. Ай, жесть. Жесть. Готов играть. Окей, бро. Вот сейчас вот хорошо сыграли, да? Я рейч не нажал, Слардар прыгнул, ГГ. А Егу забрал. Жалко. Ну да, 100 сек, я без ББ. Жесть. БКБ зачем?
Он БКБ на спектре купил. Зачем ты его покупаешь? Ну, если бы на спектре нормально парень тарился, мы бы, может, и выиграли. Смотрите, что он купил, он БКБ купил зачем-то. What the fuck, братан? Какого черта? Убивай! Куда ты на спектре там полетел? О, господи. Брат, соберись на спектре, ну тебя не хватает, твоей игры просто. Да, на Рошане жестко они переиграли. Молодцы. Ну, я тут, по сути, один в керри, в одного керри пытаюсь выиграть эту игру. Очень тяжело. Пацаны на рофле играют. Спектра БКБ тарит. Для чего, не понимаю. Кринж. Просто кринж. Мягко сказано, кринж. Да уж, найс на спектре, братулец. Красава спектра. Да, играем еще одну. Да, Урса изи контрится, братан. Будем миром и благополучием дома. Спасибо, рад за вас. От души, брат, за теплые слова. От души. Спектрой, да, спектрой вообще изи на самом деле. Парнишка, видишь, в прошлой катке потерялся, зачем-то БКБ покупает. Там спектра это настолько простецкий герой, я не знаю, типа, ну, 95% победы на спектре должно быть. БКБ, бери манту, бери башер и участвуй в драках, да? Вот чувствуется, не хватает дэмэджа, возьми на спектре, собери что-то такое, чтобы помогать своему кору, да, второму. Айдотер, а что ты хочешь? Вопрос. Конечно, буду сортировать, потому что пацаны играют. Это не твой уровень игры. Твой уровень просто с подписчиками поплеить. Ты не обижайся, но так и есть. Вот просто видел, как вот две игры подряд, ребята. Hellbringer не тянет вообще. Спектра не тянет вообще. То есть это игры не их уровня. Это вот это уровень, это средний уровень где-то примерно сейчас игра. Это стандарт сейчас играем. Но это переигрывать все равно можно. Мне нужен кто-то в игре. А вы ходите, вы не знаете, что делать. Вы немного теряетесь. Потому что у вас нет опыта. Нет опыта таких игр. Понимаешь? Нужно собираться. Так. Тускарчик. Тускарчик. Хорошо, фен. Умник в бане. Нет, Свена нет. Я лифт. Yes. Тускарчик есик. Я говорю, что я про игрок. Я прошу, чтобы впустил меня в игру. Что минимум недели не буду плеить и все. Да не ври ты. Я тебе выделю твои слоты, друг. Но чуть позже. Потерпи, пожалуйста. Это не проблема. Одну-две каточки пропустишь, дядь. Ничего страшного в этом нету. Все, огонь будет, дядь. Просто не переживай. Все получится. Сейчас посмотрим, что ребята пикнут. Да? Бро, удачи, надеюсь, выиграть розыгрыш. Спасибо, брат, тебе большое за поддержку. От души, дорогой. От души. Спасибо, брат. Надо что-то крепенькое. От души, бро. О, хз, че брать. Найк зайдет опять. Тут по пику очень хорошо Найк сядет опять. Слейер, окей. Ну,
Хорошо. У нас пик намного лучше, чем у них. Second time. Реванш. Акса или Кента абсолютно нет. Посмотри на их пик. Чего у них не хватает? Чем я могу тут выживать? Прыжок за рейджи. Тык-тык-тык-тык. Натыкиваешь. Убиваю. Убиваю за рейдж. Убиваю за рейдж. Убиваю за рейдж. Убиваю за рейдж. Все получится. Главное грамотно играть. Я не стал Абадона брать из-за Тускара, потому что если он собирает определенную кнопку, то мне будет крайне тяжело. На X более мобильным будет. Хотя можно было даже на Абадоне возвращаться. Соберемся. Вот тут у нас по пику прям шикарно. Смотря как я мид отстаю. Мид хорошо отстаю, выиграем. Тут офигенно пик зайдет. Этот шардом будет закрывать. Тараканы пошли, отойду. Пропусти, пропусти, пропусти. Ну можем же, можем. Давай, 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 давай. А чё пацаны отходят? Феникс, тройку, брат, даешь? Хорош. Вивер наш 100%. Отлично, отлично, молодцы, молодцы. Вивер наш 100%. Это наша задача выполнена уже. Хорош. Лучшие. Вэшку взяли. Идет. Спасибо, Тимур. Да, ребят, не забывайте про розыгрыш. Не забывайте про розыгрыш, парни. Сейчас мне комп придет примерно где-то, ну, вообще написано ориентировочно, в субботу он придет. Я думал уже в четверг вывести видео, но, к сожалению, я не могу, потому что комп не собран еще. Комп соберут, я выведу полную информацию по розыгрышу и будем разыгрывать. ПК за 100к. Прикинь как? Это самый глобальный розыгрыш в D1. Где-то примерно 1140 я трачу на этот розыгрыш. 140 тысяч рублей, пацаны. Все это для вас, чтобы вы понимали уровень этого канала. Не просто там что-то, да, там что-то, мелочь какую-то, а комп RTX 3070 Ryzen 7. 1 терабайт SSD-шка M2. Damn. Это очень круто. Блин, я вот этого крипа вряд ли добью. Паузу так не вовремя нажал, жесть. Буризу на Nike всегда можно. Я собирал. ДНГ. Его пусть пацаны отжимают. Салам. Так, мне нужен, знаете что? Вот эта вещь нужна. Вот это. Купили мне фазы. Хорошо. Он пытается меня харасить чем. А чё с курой? Почему так летит криво? Да? Ладно, не ошибаться, сильно не хапать. Переиграю.
Идет. Против какого героя сложно стоять на миду? А против всех героев тяжело стоять, если ты не умеешь играть. Это ж дота. Это ж дота, дядь. Пожог, но я тут просел. Дай танго. Турманс — это ошибка. Турманс — это ошибка. Это меня обходит, что ли, там? Ес, да? Урманс — это ошибка сейчас была, это трата денег. Трата денег. Терпим до шестого. 3070 Ti, дядя, это не шутка. Ты шо? Хорош, да? ЕС ушел, да? Можем забрать. А ЕС стоит, да? Шестой левел там. Ой, ё. Значит, этот ЕС стоит просто, чейсит. ЕС чейсит. Я надзвонил, да? О, я умер тут. Проем насилуют, окей. Ну, ЕС в миду стоит. Ну, надеемся на Хускара. Если такая игра, надеемся на Хускара, ребят. Потому что я не могу. Очень тяжело. Очень тяжело. Но там сапоги есть, ребят. Вы без сапогов ничего не добьетесь. Ладно, Феникс, у него есть актив. Вот это плохо, да, такой актив. Оставьте, оставьте, оставьте. Пазы сделаю, будет полегче. И они уже знают, что на X кусучий будет. К локу надо сапог, если гангать будешь дядь. Сразу сапог берется вместо урны. Иначе ничего не выфармишь. Да попади ты, конченый микроконтроль. Хорошо. Отводы, если Хускар ноет. Очень хорошая вещь, дядь. Хорош, выжил. Ой, куда бежишь? А стрелы включить? Ну, хорошая, четная, да? Ой, Лина там овни. Ладно. Айбек, от души, брат. Спасибо за участие. Что там на топе происходит? Да некор соло там вынесет их. Потому что на некролайте парень нормальный, адекватный. Так что будет весело. Если у меня левел маленький. Очень маленький левел.
Пуск идет, да? А ВТФ. Здесь начинается друг друга говном поливать, это просто мета. Это ГГ, опять 4 мид. 5 мид или 4 мид? Ай, отлично. Все откайтил. Все откайтил. Ну, вчетвером мид. Пацаны газуют. Толпой меня гнобят, да? В миду. Как играют, пацаны, да? Если они не успокоятся, сейчас союзники, мы лузанем эту игру. Меня гангают четвером. Я ничего не могу сделать. Я не фармлю особо. Линии я не отдавался, но и не убивал ее. Но и они играют тут толпой. Фен мне помогает, да? Линии тоже помогают. В этой катке очень, очень плохой фарм. Намного хуже, чем прошлый. Зевса я в прошлой катке даже еще убил. Ее с фиссурой фармит. Ладно, фармируем. Our allies' town needs help. Ай-яй-яй. Это ГГ. Не можем, не можем, не можем. Клок хуком не попал. ГГ. Не можем. Мы намного сильнее, чем они. Но нам не хватает просто ваших рук, ребят. Просто ваших рук не хватает, и все. Да, ну просто... Ну реально, вот против пятерых играю. Соберитесь, пожалуйста. Жесть. Вкус без хила. И жесть. Я не хочу им проигрывать третью игру. Там некому проигрывать, ребята. Это жесть какая-то. Короче, я просто фармить. Они в пятером играют, да? А у нас не получается в пятером, потому что у нас нету слаженности. Мы паберы, да? А они играют толпой. В этом проблема. Убиваешь ты его тоже. Пускар без хила играет почему-то. У меня даже армлета нету. Меня в этой катке решили толпой гнобить просто, потому что они понимают, что я сильнее, чем они, да? Против пятерых я не могу играть. 2-3 героя я могу еще как-то кайтить. Они меня начали толпой гонять, и все. Просто толпой гоняют. В этом проблема.
Даже армлета близко нету. Да попади ты, пожалуйста. Каждая тычка промах, что ли. Хорош, переармлетил. Надо чуть-чуть пофармить, парни. Без армлета я кусок говна. У нас пик намного лучше. Но руки слабые очень. Не мешай. Джи-джи. Аркаша, ты хороший человек. Очень рад за твою семью и поздравляю с рождением ребенка Доты. Ребенка, бро. Тема Доты навсегда закрыта. Было очень приятно. Удачи тебе во всем. Спасибо, брат. От души тебе. От души, дорогой. Затяжка пошла. Можно мне армлет, пожалуйста, хотя бы? Придется вард себе сейчас поставить, потому что я не вижу хайграунда. Карту закрыть. Вард себе поставить. Кетч, бро. О, сюда вард. Хорошо, у Лины до сих пор Юла нету, так что у нас равные условия. Лейт я все равно свое возьму. Ранняя стадия вот эта, да? Ганги вот это временная сложность. Это временная сложность. Я тут не помогу тебе. Пятеро здесь. О, нифига, они там тянут драку. Лол! Отойди от меня, он в меня эхом хочет прыгнуть. Ура, армлет! Через Мидас нет, армлет. Интересно, сегодня какой-нибудь фраг как бы будет там, я не знаю. Вниз тп-шек нету, кура так и висит. This is the future. Human error. Evolution. Как он уверенно ходит на ЕС, это жесть. Да не, Лус, а где еще тиммейт? Бред, ну реально, ребят, ну можно актив, пожалуйста. Я сейчас вообще забью на эту игру и пойду просто АФК фармить, ну реально.
Это же бред конский. Они в толпу играют. Они очень сильно переигрывают толпой. Вот где? Вот Феникс нужен, да? Вот этот некр нужен, жесть. Вместо Клок какой-то герой со станом. Да, Клок проиграл игру, когда, блин, купил свою урну вонючую. Намного легче сыграли бы. Это жесть. Это бред конченый. Я реально, я ничего не могу сделать, тупо. Один. Ничего не могу сделать. Просто не могу. Надо толпой это как-то перебивать. Там я фижу, да, мои ребята помогают там, забирают что-то хотя бы. Нужно так играть эту доту. Просто я чувствую, я так слотов не возьму, я даже фраг не могу один взять. Позиционка в этой катке страдает очень сильно. Лок должен был в сапог выйти и загнобить. А я сейчас вот вынужден... Ну, типа, я не хочу даже идти в драку, вот. Ну, реально. Потому что я понимаю, что я опять сфижу, опять от меня толку ноль. Опять ноль будет. Это тебе не конвет слушать каждый день. Конфет. Я даже хз, что первым артефактом здесь брать. Даггер надо брать и позиционку ловить. Потому что, ну... Вивер уже линку почти сделал. Есть с даггером уже. У них есть стартовые артефакты, которые им помогут выиграть игру, да? Он Хускар соло пошел. Уже ГГ. Ой, хорош, как переарм летел. Но я фармлю, мне найс. Далеко идут зря, мне кажется. Вивер бежит, и Лина здесь где-то. И ЕС еще. Тут опасно сейчас проходить. Хорошо. Даггер надо, ребят. Я даггер куплю. Молодцы. Без меня тупо драку выиграли. Это плохо, конечно. Но нормально. Сгорит. Сгорит на работе. Все, пойдет. Все-таки то, что меня пятером гоняли, окупается. Это радует. Команда вместе делает, я сосу дальше. На меня очень много фокуса дали в начале, да и я ошибался. Сейчас по чуть камбэкнем, дай бог. Ускар молодец. Отыгрывает за двоих. Сейчас Клок тоже чуть-чуть освоится. Поймет, как двигаться. Начнем тащить. Я сыграю через даггер и диффуз в этой игре. Даггер и диффуз. Там Вивер вообще игру игнорит. Бум. Башер делай. Да нет, смысл башер фирст артефактом делать, дядь. Пуш, пуш, это копия. Нафиг она тебе нужна. Да, Хускар тянет. Я пойду позиционку чекать. Не торопись, да? Зачем ты торопишься цеплять? Зацепим еще. Еще зацепим. Так, я их отзонил, найс. Я отзонил их. Перекрыл. В меня будет катиться? Нет, хорошо. Узко смыло просто. Ну, отходим. Голем с пульверайзом залетел. Ща чуть левела прокачаем. Вот эти драки необходимы прям. Серьезно?
Твою же, столько я жил там, жесть. И крипов нету, твариных, никуда не залезть. Ой, чувствую, в рот нам дадут в этой игре. Жесть, такой игрой. Ой, дадут в рот нам. Я всю игру сосу просто. Просто всю игру, ничего не получается тупо. Только жил сейчас, жесть. Да чё норм, у меня слотов нету. Мне пару фрагов, да, я тебе сразу два слота высру. Я фраги не могу взять. Конченые тускары эти вообще выбешивают. Вот это еще клеймо, блин, проклятых. Фурманс этот. Покупаешь, лузаешь. Жесть, конечно. Игрушечка. Бодренькая у нас идет. Столько жил. Жизнь человека определяется. Я скипну это дерьмо. Иди нахрен. Это и формирует нашу реальность. Вот только что такое истина? Всего лишь понятие. Иди нахрен с этим дерьмом. Вообще не в тему. Как жить? Я скипну этот трек. Вообще не в тему, дядя. Жесть, там Хускара зажали. Ну, Хускара еще там лазер под спиной. Гоу. Ну, можем, должны. Дайте мне. Я опять не я забираю. Сейчас стою, ласт хит чё. Прикинь. Зажал все. И варик. Опять я ничего не поимел. Жалко. Я скипну вообще не в тему трек, братан. Хорошо. У него дагер. Ну, такое себе. Б. Найкс, не твой герой. Бан дайте этому черту, пожалуйста. Рот закрой. И сиди, смотри. Или выйди отсюда. Еще как у тебя смелости хватает такого высирать. Серьезно. Иди. Ракетой застилил? Да что это такое? Алло! Алло! Стоп, стилить! Вы чё нахрен? Ребята, ну я вообще в дерьме, а потом пишешь, что Найкс не мой герой. Братиш, не парься. Фит по КД наш девиз. Да какой наш девиз? Я стоял против 4-5 героев. Там стак играет. Хускар зато в шоколаде. У меня фраги все забирают. Сейчас вообще фри фраг был. Чё чел срет в чате? Не твой герой, господи. ЕСКД, ЕСКД, ЕС. Нету эха. Меня дали две ульты. Нафиг такие треки, лол. Вот, вот это нормальный трек. Спасибо. Хотя бы темп как-то можно взять какой-то. Игра вообще ни в какие ворота. Я не забрать ничего не могу. Башер сделать будет офигенно.
Хару, кажись, ГГ, но фен, если подтащит немного. А, все, ГГ. Топор очень много бустит. Мне это не главное. Мне башер сделать, я хоть чуть полезный буду. Хоть во что-то буду вгрызаться. Вот это первый прыжок. Хорош! Ура! Наконец-то. Спасибо за комментарий, бро. Просто они в этой катке взяли тактику давить на меня миду. Плюс я еще ловлю тайминги лютые. Где-то недоигровочка, где-то тайминг. Поэтому очень тяжело. Эту игру по факту мы должны выигрывать. У нас герои крепче. Тянем. Прикинь, если башер вылетел. Ну, хорошая драка. Мы в плюсах. В плюсах лютых. Очень сильно хускар вытаскивает драку. Вот это я понимаю, классический трек. Я, если заступлюсь, скорее всего, лузанем драку. Я не хочу помогать им, потому что это лузовая драка будет.
wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Фокус на Хена, пока Тима фармит и ломает, ты берешь на себя их внимание. Да, но видишь, как это. В чате сразу все просыпаются, говорят, не твой герой и тому подобное. Они не видят начала игры, они видят, что меня убивают, значит, я лох и тому подобное. Вот, но он не рассыпется. Не рассыпется, если я прыгну. Можно подраться, но я не выживу в этой драке 100%. Не знаю, что с Фускаром делать просто. Так, ну до голема я не успел, ребят, извините. Фуск попытался засейвить, сейчас будет ульт ЕСа, по идее. Не, нормально, там фен от зоны. Хорошо. Паш, пожалуйста. Прикиньте, если движен был бы. Забрали бы гол, низ. Ай, ГГ, хорош. Ну, Хускар соло сделал тут все. Команда молодцы. Хен пострадал, катку выиграли. Молодцы. ГГ. Жесть. Хорош. О. Сила, мощь. Ну, победили. Победили. Красава. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah?